Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в Со, южном пригороде Парижа, департамент О-де-Сен, Верхняя Сена, во Франции. Мать Алена Делона работала в аптеке, отец владел небольшим кинозалом «Регина» в Бург-Ла-Рейн. Когда ему было 4 года, родители развелись. Неоднократно исключался из школы, а в 17 лет Ален Делон был арестован. В юности увлекался всем. Любил ездить на мотоцикле, играть в футбол, смотреть фильмы. Единственное, о чем он и не помышлял, так это о карьере актера. Завербовался в армию, служил во флоте, в Индокитае, был 3 разжалован за проступки и вновь повышен в звании. В 1956 году он вернулся в Париж и принялся искать работу. Учился на актерских курсах, играл в театре. Благодаря природной общительности Алену Делону удалось познакомиться с 2 звездами кино – Жаном Клодом Бриоли и Бриджит Абер. Вскоре он получил предложение из Голливуда, но предпочел роль во французском фильме «Когда вмешивается женщина» в 1957 году. В 1964 году основал кинокомпанию «Дельба Продуксьон», которая просуществовала до 1965 года. А в 1968 году он владелец фирмы «Адель Продуксьон». В 70-е, 80-е годы часто выступал как соавтор фильмов со своим участием. Наибольшую известность приобрел после фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» 1960 год, «Леопард» 1963 год, «Черный тюльпан» 1964 год. Номинирован на «Золотой глобус» как самый многообещающий новичок среди мужчин. Обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» в 1984 году. В 1958 году на съемках фильма «Кристина» начался роман Алена Делона с молодой австрийской киноактрисой Роми Шнайдер. 22 марта 1959 года они обручились. Однако, пробыв женихом и невестой 6 лет, Роми и Ален расстались. Первый раз Ален Делон женился 13 августа 1964 года, когда ему было 28. Его избранницей стала 23-летняя Франсин Канова, известная в мире кино как режиссер и актриса Натали Делон. Их сын Антони Делон, родившийся 30 сентября 1964 года, тоже стал актером. Однако через несколько лет, 25 августа 1968 года, супруги развелись. В 1968 году Делон встретил актрису Мирей Дарк. Мирей и Ален были партнерами на протяжении 15 лет. Мирей попала в автокатастрофу, Ален Делон проявил благородство, бросил все съемки и не отходил от ее постели до тех пор, пока актриса не поправилась. В 1987 году Делон познакомился с голландской манекенщицей Розали ван Бремен. Между Розали и Аленом случился роман, переросший во второй гражданский брак актера. Розали подарила Алену 2 детей. 25 ноября 1990 года дочь Аннушку, а 18 марта 1994 года сына Алена Фабьена. В 2002 году Ален и Розали расстались.